Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. На экране состав команды «Хозяин». Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика... Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. На экране состав команды «Хозяин». Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика... Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. На экране состав команды «Хозяин». Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика... Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. На экране состав команды «Хозяин». Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика... Всем привет, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы надеемся, что сегодняшний товарищеский матч вам понравится. На экране состав команды «Хозяин». Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Может получиться интересная атака. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Сергей Миленкович Савич. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Угловой разыгрывают футболисты Лацио.